Я могу так сделать. Я могу его уничтожить. Здесь я могу выйти. На вот этот контроль. Après, par la suite, on aura peut-être l'occasion de faire un échange d'aller où d'abandonner à Moscou et puis de leur faire travailler aussi en avec le Trampaga. Вот. Могу уходить вот сюда. Могу делать вот эти законы. Но он не держит мои ноги. Я могу подойти. Я делаю то же самое, я ухожу в сторону. Я работаю на кисти. Я могу как-то дальше его поднять. Я могу его дать угрозу наставления. Это угроза физического, психологического насилия, от вас сколько хотят. С позиции психологии на нож никогда не смотрит. Глаза тоже никогда не смотрят. Если он от вас что-то может быть хочет, деньги или нет. Мы показываем, что мы соглашаемся. Теперь следующий элемент, который применяется, это так называемая вилка. Четыре пальца вместе, большой палец. Уход с линии огня, с линии атаки. Левая рука сверху. Правая рука снизу. Уход. Нанесение удара в область паха. И я нож направляю в землю. И затем в обратную сторону я его... Или же, в зависимости от того, военный я полицейский, или же гражданский, я просто убегаю. Идет расслабляющий удар в область генитальной. Его внимание все здесь, оно должно уйти вот сюда. Теперь нож, посмотри, смотри. Вот, все, он у меня. Все. Я могу уже здесь без отпечатка пальцев. Но, смотрите, вот уже все, у меня нож. А. Ну вот это военная техника. Сейчас я техник милиция. Это для болевых приемов и ударов. Смотрите, я сюда вышел. Сюда я направил нож. Вот куда я направил? Куда я направил? Куда он и пошел? Я вот сюда. Все. В плане я как включаю заднюю передачу в машину. На первом моменте я расслаблен. Сюда. После этого применил технику болевого приема. Следующий удар был у меня сюда ему под глаза. Дальше, ну, стандартная шла работа. Хотя могу и здесь. Опять же, я все четко чувствую или знаю. Я могу сделать так, чтобы он у меня уснет. При нанесении удара мы применяем технику расслабления. Чего может быть даже сейчас начать удар? Смотрите. Более простые техники расслабления. Это ударные техники. Удар в область пульса, бам, еще раз. Смотрите. Мне тяжело наносить удар кистью. Я отсюда пробил. Я тогда здесь, смотрите, видно, вот здесь пробил или же здесь пробил. Хотя в дальнейшем могу выйти на технику как бы броска и контроля. Убегаю. Еще раз. Здесь. Я убегаю, что он проводит.
Хопа. Маш, ты меня? Все. Сейчас снова в контроль. Все правильно, то же самое. Смотрите, я вышел. Смотрите. Вот вы спрашивали отличительные особенности системы. Эта система создавалась для элиты. Я смог дернуть его уже за души. Да, что ли, тут веры, как будто же. Артель,